Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию мощных ударов по позициям Хамас в секторе Газа. Самолеты и танки армии обороны поразили 68 объектов, сообщают израильские военные. Они отмечают, что операция была проведена в ответ на обстрелы с палестинской стороны, в результате которых в пятницу был убит израильский военнослужащий. Помимо него, жертвами эскалации конфликта последних нескольких часов стали 4 палестинца. Трое из них из движения Хамас погибли в результате операции ВВС Израиля. Последний был застрелен на границе анклава израильскими солдатами во время протестов. С начала марта на палестино-израильской границе были убиты более 130 палестинцев. Тысячи людей с обеих сторон получили ранения. В субботу утром стало известно, что власти еврейского государства и представители палестинского движения договорились о временном прекращении огня в секторе Газа. По словам пресс-секретаря Хамас, соглашение о перемирии было достигнуто благодаря усилиям Египта и ООН.